Всем привет, друзья, с вами я, GameSpoiler. Сегодня мы поиграем в игру под названием SCP Containment Breach. Что-то там. Ну, переводится как нарушение условий содержания. Так, Евклид. Я Евклид использую. Так, а чё клетр? Короче, использую Евклид. Я помню вот эти текстуры, вот эту вот кровать, я все помню. Короче, я раньше играл в эту игру, когда был маленький. Выпустите. А как выйти? О, идет кто-то. Вот чуть-чуть пониже музыку сделаю. Внимание! Директор зоны Роузвуд. Пожалуйста, пройдите в административный комплекс. У тебя же нет. Так заметно? Как по-твоему мне должна быть девушка, если я работаю здесь? В смысле, я не могу сказать ей «Рой». А что, если я вдруг забыл помыть руки после работы, пришел домой, а руки все в крови? Что я тебе скажу? Я не знаю, SCP-173. Чё это? А как? А вот. SCP-173 работает так. Если ты на него смотришь, то тогда он себя ведет вполне нормально, в принципе, как статуя. Если ты на него не смотришь, то тогда он становится злым орешком и убивает тебя. Ну,
Вот, подошел ближе. Ой, блин, я забыл. Ой, все, я пойду. Хит карты Джордж. Имя субъекта пусть будет А. Распиливается, что у нас большой джазовый механизм, висячий несколько тонн, и блин, я не успел. Я D9341. Обслуживающий персонал Альфа. Пройдите крипту зоны общего содержания 6A для проверки безопасности. А, не теперь о другом говорю. На этом моменте они разговаривали о девушке, а сейчас они разговаривают о чем-то другом. Никого? Да, возможно, ты останешься цел. А, стоп, я уже бежать могу, я забыл. Они какие-то странные, когда стоят. Ну, посмотрите на них. Так, о, все, я сохранил игру. Все, идем вниз. Ой, блин, он тут. Дверь заперта. О, открыто. О, пицца. А, день пиццы. Закрой. Требуется ключ. Карта. Внимание!
Ну, единственное, что я знаю, только да. Чтобы... Чтобы он... Чтобы я не попал в его радиус атаки, то надо уходить на сотни миллионов километров назад. Ну, зато теперь я понял, что такое мониторы. Так, я не ходил сюда еще. SCP-427. Требуется ключ-карта. А, стоп, а кто дверь открыл? Это батарейка документа об SCP-939. Имитация человеческой речи голосом убитых ранее жертв. А, точно. Там кто-то может говорить как человек. Стоп, а я не шел туда, а потом вернулся отсюда. Что я взял? А, ключ-карта первого уровня. Короче, этот монстр сможет имитировать голос. И сейчас он это, собственно, и сделал. Зачем мне пустой стакан? Короче, иду обратно. Требуется ключ-карта. А у меня что, не ключ-карта? Внимание. Внимание, спасибо за внимание. А, точно, это уже этот. SCP-173, по сути, должен быть. Ой, нет, это Мишка Бевра. Чё, он на атомы поделился? А знаете тот самый мем, где типа кто-то кричит, знаете, вот тот самалик, который типа кричит от боли. Вот. Вот и... Собственно... Он кричит, и он распадается на пыль. И этот... Пыль вылетает вверх. Как предметы обычно обозначаются. Как что-то, что Евклид терял или искал в какой-то момент своей жизни. И это SCP-1162. А может, мне не надо туда идти? Ладно, попробую пробежать. А его нету здесь. Что на меня напало? Субъект D3-9341. Причина смерти смертельный перелом шеи. То есть он там все же был. Да я даже ничего не успел сделать. SCP-939. Обычно убивают жертву одним укусом в основном.
в основании черепа или шеи. Челюсти этих существ способны оказывать давление более чем в 35 мпа. Ой, иди, хотя мне, наверное, стоит. Короче. Энциклопедия of Common Geceliates. Короче, наверное, я не туда пошел. Легкая камера тестирования 2B. Поэтому я пойду туда. Что-то за крыса какая-то душит. Душит. Стоп, это же я. А у меня фонарик есть. Да что это за... Кто стучит вообще? Так, я еще не ходил туда. SCP-914, класс объекта. Безопасный. Требуется ключ-карты. Я там был, потому что я нашел, наверное, эту ключ-карту. Что-то звуки из Майнкрафта. Когда в пещере. Чё за крыша? Чё за крыса дышит какая-то? Да блин, они... Эта игра реально использует звуки из Майнкрафта. Стоп, он уже там? Нет, он не там. Так, возьму это. Хэштег вор. Это, но не это. Документ об SCP. А, да, вот это вот Мишка Бебра. Чувство ложной безопасности. Выказывает сильнейшую агрессию по отношению к людям. То есть это театр, да. О, открой дверь. Ай. А, то есть он... То есть он... Так, 0.49. Примерно через 20 минут SCP-049 запрашивает SCP-049-2 и становится контролируемым. Через несколько минут SCP-049-2 проявляет признаки жизни и начинает оживать. Стоп, а то не было первым уровнем? То, что я подобрал. Оно, по сути, есть первый уровень. Потому что желтое. Так, а я могу вентиляцию сломать? SCP-428, SCP-714. У меня нету. У меня об этом ничего не написано. А, надо вон туда идти. О, там люди. О, здорово. Первый уровень у меня уже есть.
Опять это Мишка Бебра. А зачем я надел противогаз? Использовать записывающее оборудование устройство запрещено. Так, а кто там кричит? Комната наблюдения. Если там будет это SCP-173, то я сразу побегу. Мне показалось, что я обратно пошел. Архитектор. Зона строгого содержания. Блокпост заблокирован. Сборщик схемы содержания в конц SCP-008. Свяжитесь с комнатой наблюдения Surreal Room для разблокировки. Пройдите в ближайший пункт эвакуации или другое безопасное место и ждите дальнейших инструкций. Поэтому пока что мне здесь делать нечего. А кто его убил? Стена, что ли? И, наверное, когда у него спросили, вилка и в глаз или в пятую точку, раз он выбрал вариант вилка и в глаз. Поэтому, наверное, он и умер. А я могу шифтовать сидя? Нет, я не могу шифтовать сидя. Обидно. А вот в обнав Security Breach так можно. Да ё-моё, чё у меня как будто ключ-карты нет? Я понял. Куда закрываешь? Это лифт. Я думал, это дверь.
Ой. О. Что я взял? Навигатор. Ага. О, ключ карта второго уровня. Да, так надо сохраниться. Все, сохранился, теперь надо идти вон туда. А у этого заряд есть? О, так вот для чего батарейки нужны. Так, ну сейчас попробую вставить сначала первую карту. А, третьего уровня, а у меня только второй. Так, противогаз надо взять. И батарейки, куча батареек. Ой, не со дверью. Ой, тут мишка Бебра. Я совсем забыл про это. Что это за дырка? Что это за бумажный самолетик? Это оригами. Мне надо его съесть, что ли? Нет. Это просто оригами. О, я нашел тут баги. Смотрите, тут стена в стене. Вот это архитекторы, конечно, сделали. Что это? Так, Евклид. Особые условия содержания. В настоящее время содержатся стандартные камеры. Следует активировать как минимум один раз в неделю во избежание нарушения условий содержания. Если объект не приводит в активное состояние, он перемещается в любое выбранное место, как описано ниже. Описание. SCP-1162 в настоящее время представляет собой отверстие высшего кабушки на стене камеры содержания 4. Его диаметр составляет примерно 14.5 сантиметров. Глубина переменная и изменяется в зависимости от текущего пользователя. В отверстии видна часть шока блока. Однако ни один источник света не позволяет осветить его более глубоко. Отверстие кажется темным. SCP-1162 активируется, когда живое существо проникает в отверстие на максимальную глубину, на которой позволена конечности. В этот момент его пальцы касаются твердой поверхности, соответствующей текущему местоположению размера, чтобы переместиться в отверстие.
Эти предметы обычно обозначаются как что-то, что пользователь потерял или искал в какой-то момент своей жизни. Однако после извлечения предмета исчезает еще один предмет, который находится в субъекте при себе. Кроме того, любой помещенный в SCP-1162 объект исчезает, как только потеряет контакт с человеком. Если SCP-1162 не активировать как минимум раз в 168 часов, он перемещается на случайно выбранную поверхность стены или пола, или камня, из камня и бетона, или кирпича в радиусе более 2000 километров. Предыдущее отверстие сохраняется, но больше не обладает аномальными свойствами. Тут третий уровень, да? Тут тоже. А, то есть у меня доски уже не сохраняются? А, я думал, это звучит страшно из Майнкрафта. А что тут содержится, раз зона строгого содержания? Походу мне придется идти к этому арахису. Я сейчас про скульптуру. Вроде бы как это мишка Бебра покричала, и потом она меня убила. Вот прям как этих чуваков. Почему двери открываются? Ой, блин. Я уже попал. Нет, он и сейчас... Да, он сейчас там.
Сейчас сохранюсь. Так, это... Вот. Сейчас буду везде вставлять карты. Это что, кто-то клеванул? А, стоп, у меня же есть ключ-карта. О. Давайте поставим на очень тонко пустой стакан. Прям сюда. Сырье. Продукт. Интересно, что же у меня получится из кружки. А, это стакан. Так, записка доктора Л. Не знаю, зачем я это пишу. Скорее всего, я единственный, кто остался в живых или в своем уме. А может, уже и нет. Мне хочется оставить что-то, хоть малейшую частицу после себя. Я видел остальных. Скорее всего, от меня не останется даже трупа. И вот я здесь пытаюсь отщепить хоть кусочек своего изверзанного мозга. Я что-то слышу в темноте. Пожалуй, это даже хуже, чем то, что видно при свете. Во рту металлический привкус. Хорошо, давайте поставим на очень грубо. И ничего. У меня все же остается стакан. Почему мой стакан не превращается в какой-нибудь продукт? Почему мой стакан не превращается в еду? Третьего. А тут? Третьего. Ай. SCP как переводится как обезопасить, удержать и сохранить.
Интересно, что если я сейчас вот этот листочек переделаю на 1 и 1. Так, а в эту сторону ключ не делать, да? О, смотрите, у меня получилось документ об SCP-106. А, это дед. Так. Физическое взаимодействие с SCP-106 запрещено при любых обстоятельствах. Так, разъедание на поверхности. SCP-106 способен проходить сквозь твердые тела. Ну, да, это SCP-дед. А что если я сейчас положу какую-то... Вот, например, это. И что, у меня же получится. Так, один на один вот. А может у меня из стакана опять же что-нибудь получится? Что это? Аптечка? А, это радио. Это радио? Это радио? А нет, это не радио. Ладно, стакан пока что положу. Так, ну, SCP-173 я уже знаю. Теперь давайте что-то сделаем с стаканом. Может, хоть сейчас что-то получится? Что это? SCP-106. Протокол исследования. Так. 1 килограмм стали. Режим очень грубый. Продукт. Груда стальных кусков различных размеров, разрезанных с помощью лазера. Сырье. 1 килограмм стали. Режим 1 на 1. Продукт. 1 килограмм стальных винтов. Сырье. 1 килограмм стали. Режим тонко. Продукт. 1 килограмм стальных обойных гвоздей. Сырье. 1 килограмм стали, режим очень тонко. Продукт. Некоторое количество быстро рассеивающихся в воздухе газов и 1 грамм неизвестного металла, устойчивого к высокой температуре до 50 000 градусов, который невозможно согнуть или повредить, и с почти идеальной электронностью. Сырье. Белая мышь. Тут что, мышь есть? Режим 1 на 1, коричневая мышь. Сырье. Одно шимпанзе, лишь тонко. Продукт, не знаю. Так. Сырье. Одно шимпанзе. Очень грубо. Продукт. Сильно изувеченный труп. Присутствуют признаки давления и вызванной высокотемпературной обработкой. Напоминание всему персоналу. Никакая органическая материя не должна попасть в SCP-914. Ни при каких обстоятельствах, пожалуйста, сделайте стандартными процедурами проверки материала, сырья для предоставления любых чрезвычайных происшествий. Мы не хотим повторения инцидента с пауком или проволокой на прошлой неделе. Ладно, может поставить стакан на очень тонко. А, и ладно, не могу носить. 5 из 14.
Отползу это сюда. Только режим надо выставить на один на один. Что с этим стаканом делать, я не понимаю. Так. Блин, как он там образовался? Стоп, я не туда пошел. По сути, он сейчас должен образоваться сзади. Ну да. Серьезно, тут у всех дверей нету кнопки для открывания? О! Что это у него? Кошелек. Четверг. Так. Зачем мне четверг такие? О! Тут
точно, там есть. Ай. О, я в телевизоре. Почему тут камера как из ВНАФа? А, ой, Мишка Бербер. Значит, мне где-то надо найти карту персонала. Три, два, один. А, стоп, так я это мог открыть? Тут эти кресла на пауков похожи. Я сейчас приду на то место, где я умер. Это нельзя открыть. Хан. Стоп. А, я думал... Я думаю, я пришел туда, откуда и шел к этому Тесле ловушке. Ой, тут это зубастый. По сути, он ничего не слышит. Или наоборот, слушать, но не видит.
Да, наоборот, слушают, но не видят, это как фигура из Дорс. Только фигура из Дорс не находится в здании SCP. Мне надо идти обратно. Мне показалось. Вот у Талаза намечают звуки человеков. Да, человеков. Я видел его. Что-то. Что открылось? Наверное, открылось то, куда я шел изначально. Ай. Форд ждет вас. Если что, у меня был написано хит Джордж. А что тогда, если написать в хите свинка Пеппа? Блин, мне опять это проходить заново придется. Этого арахиса. Ну да, все понятно, он объяснил. А у нее есть четвертак? Нет. Ой, уже 1 час.
наплюшенная музыка начала играть. Ну ладно, а пока на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.